парке «Крым в миниатюре на ладони» в инкубаторе появились двухмесячные львята и самка павиана. Кадры милых зверят опубликовала ТАСС. Малыши чувствуют себя хорошо, настроение у них игривое, аппетит отменный. Отмечу, это один из крупнейших парков миниатюр. Он расположен в Бахчисарае. Здесь на обширной тенистой территории представлены многие достопримечательности полуострова в масштабе 1 к 25. Как отмечают сотрудники парка, этот год богат на потомство. У нас много животных размножаются на территории, почти все абсолютно, вносят потомство. Ну, львята у нас, конечно, в первый раз. Мы очень рады, счастливы, потому что это такое событие для нас серьезное.